Спецрейсом из Днепра в Одесский военный госпиталь прибыло 14 раненых военнослужащих. По словам врачей, травмы и ранения достаточно серьезные. Четверо военнослужащих находятся в отделении реанимации. Волонтеры обращаются к одесситам за помощью в сборе средств. Несмотря на перемирие, в зоне антитеррористической операции из Днепра в Одессу прибыл очередной борт. Уже второй по счету за последние две недели. Очередной борт не прошло, в принципе, прошло только две недели. У нас опять борт. Из Днепра доставлено 14 человек. Из них четверо сейчас находятся в отделении реанимации. Борт тяжелый. Практически все это хирургические больные. Большая часть имеют травматологические повреждения, достаточно серьезные. У одного парня тяжелый перелом позвоночника. Есть ребята с огнестрельными переломами ног, рук. У нас вообще есть красавчик, я не знаю, смотрели или нет, парень, у которого вок не разорвался в ноге. Он доставлен этим бортом, тоже у нас будет лечиться. По словам волонтера Андрея Танцюры, все прибывшие в Одессу получили ранения на этой неделе в районе Маринки, Широкино и Новотроицкого. Волонтеры собирают средства на закупку интрамедулярных стержней для проведения травматологических операций. Для тех, кто имеет возможность помочь нашим ребятам, более подробную информацию можно получить на странице Андрея Танцюры в Facebook.